Друзья, всем привет! Сегодня мы будем отвечать на необычные вопросы на UFC Russia. Всем привет! Сегодня я отвечаю на вопросы, которые предложила мне UFC в неделю боя. Те вопросы, которые волнуют человечество и волнуют офис UFC Евразия. Братишка, ну ты на то время подкидываешь что-то. Кто такой Скуф? Скуф. Что такое Скуф? Не знаю. Old man. Ну, человек, скажем так, более старшего поколения, нежели сегодняшняя молодежь, насколько я понимаю это слово. Я уже старый воин. Не знаю, честно, даже не понимание, что такое Скуф. Ну, я уже в какой-то степени туда переваливаю, еще стараюсь молодиться, но пока что уже ближе к Скуфам. Продолжу цитату. Шампанское утром пьют. Или аристократы. Я просто с алкоголем вообще плохо. Да не, не может быть. А можешь подсказку? Нет, а почему? А почему здесь запикано? Нет, ты же типа продолжил прыгнуть. А зачем вы запикали? Шампанское по утрам пьют. Или аристократы, или дегенераты. О, блин, когда это было вообще? Я смотрел «Бриллиантовую руку», когда мне было, не знаю, лет 8. Шампан. Ну, я почти угадал. Я же на новый ряд. Ладно. Шампанское по утрам пьют или аристократы, или дегенераты. Что такое натальная карта? Я не знаю. Натальная карта Наташи? Ну, если это серьезный вопрос, и мне нужно серьезно ответить, то натальная карта – это прогноз, характеристика человека на будущую жизнь, основанная на расположении космических объектов на звездном небе. Ты делал? Нет, я в это не верю. Но есть люди, которые доверяют таким прогнозам. Я, к сожалению, как человек, окончивший технический вуз, считаю это не актуальным. Так, это не буду читать, продолжу цитату. Попробуем его. Так. Ну, песню, знаешь, не, не, такой не слушаю. Попробуй, муа-муа, попробуй, джага-джага. Как звали обезьяну из мультфильма «Аладдин»? Конечно, знаю. Абу. Обезьяну звали Абу. Арабская ночь, волшебный восток. Знаешь ли ты, что такое зумеры и чем они отличаются от бумеров? Это тоже, да, новый сленг какой-то? Честно, не знаю. Насколько я понимаю, зумеры – это как раз это молодежное поколение, а бумеры – это ну, примерно мое поколение, где-то родившееся в 90-х, ну, в 88-м. Еще не, а бумер когда родился? Бэйби бумер. Ну, это, короче, бумеры ближе с куфом, короче, очень похоже. Сможешь объяснить, что такое NFT? Слушай, NFT, ну я примерно имею понимание, что такое NFT. Это какие-то картинки, которые делает искусственный интеллект. Нет. Сможешь объяснить, что такое NFT? Ну, это картинки, которые продаются за деньги в интернете. Сделанные на основе принципа криптовалюты. Что такое ASMR? Номер автомобиля? ASMR. Даже не знаю, что это. Да, я в душе не знаю, что это такое. Покажи. Сейчас я буду узнавать, что такое ASMR. Я не знаю, почему мне это показали. Это, ну, как я только что узнал, если для тех, для скуфов, которые не знают это тоже, и для бумеров, это когда шуршат микрофоны. Очень круто. Вообще. Посмотри, сейчас пойду в номер, буду смотреть. Короче, меня засадили, пацаны, нормально. Все закинули. Только одного Абу я знаю, все. Все, конец. А кто слушал, бумеры знают.